Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас снова на канале Гороскоп. Прогноз на 4 мая 2023 года. Мы, как всегда, начинать, а начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я, как и всегда, желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день Овну не стоит оставаться в тени, ваше место на баррикадах. В этот день вы способны вести за собой. Овен-руководитель сумеет мотивировать свою команду на перевыполнение планов пятилетки за 3 года. Овен-родитель убедит детей в важности учебы и уборки в комнате. Ну а Овен-девушка доказать влюбленному, что время для серьезного шага в отношениях уже наступило. Гороскоп в этот день предлагает не стесняться в желаниях и стремлениях. И, получив поддержку, смело штурмовать желанной крепости. Так что отправляйтесь на штурм. Любовный гороскоп для Овна. Овну в этот день противопоказаны 2 вещи. Одиночество и, естественно, скука. Поэтому звезды гороскопа советуют ему придумать приятное романтическое развлечение. Ну, например, скажем, устроить любимому человеку незабываемое свидание, пригласив в необычное место. Ну а если Овен пока одинок, ему тоже не надо просиживать дома. Посетите новый клуб или кафе, в котором вам давно хотелось побывать. В этот день вы можете не только хорошо провести время, но и завести новые знакомства, в том числе с романтическим прицелом. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Этот день подойдет для Овна просто чудесно. Все рабочие моменты будут разрешаться как будто бы сами собой, но при этом со стороны будет казаться, что без Овна все просто рухнуло бы. В этот день он будет блистателен и великолепен. Особенно сильное впечатление он может произвести на незнакомых с ним людей, новых коллег и клиентов. Они будут смотреть на него с нескрываемым восхищением. День как нельзя лучше подходит для переговоров и собеседований. Именно тут Овен может проявить все свои таланты, как явные, так и скрытые, потайные. Телец. В этот день Телец получает все шансы заслужить репутацию зануды. В этот день он крайне остро реагирует на малейшие ошибки окружающих. Опоздала подруга. Кассир замешкался. Поцелуй второй половинки оказался недостаточно страстным. В этот день Телец обязательно укажет на промах, пусть даже это будет стоить ему скандала. Гороскоп предлагает проявлять дотошность только там, где это действительно необходимо, при пересчете сдачи или сведении баланса, например, скажем так. Ну а в ситуациях, где придирчивость лишь испортит всем настроение, не принеся никакой пользы, Тельцу стоит сдерживаться. Любовный гороскоп для Тельца. Не удивляйтесь, если в этот день с самого утра вам захочется спорить и горячо отстаивать свое мнение. Так сложились звезды гороскопа, и Тельцу придется с этим смириться. Это один из тех дней, когда все вокруг и любимый человек тоже, между прочим, может раздражать своей «неправильностью» в кавычках и «неидеальностью». Остается только мудро избегать ссоры и сдерживаться, чтобы не испортить отношения. Неудивительно, что день не подходит и для новых знакомств в принципе. Лучше всего Тельцу просто побыть в этот день в одиночестве, поразмышлять над философскими вопросами, а там, глядишь, и диалог с окружающими на лад пойдет. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В этот день Тельца ожидает довольно монотонная и рутинная работа. Могут всплыть те дела, которые давно откладывались и никак не делались из-за своей скучности и несрочности. Дальше их откладывать у Тельца, увы, не получится. Гороскоп рекомендует собраться с силами и закончить все недоделки. Тем более, что это принесет в этот день Тельцу приятное чувство свободы. Ведь незаконченные дела не давали ему отдыха со спокойной совестью. Близнецы. Не исключено, что события этого дня подтолкнут близнецов к размышлениям о добре и зле, а также иные вечные темы. Что ж, пофилософствовать, конечно, иногда полезно, жаль только, что это немного оторвет близнецов от реальности. Их суждения в этот день могут показаться окружающим странными и даже кого-то задеть. В них может оказаться слишком много морализаторства и идеализма. Близнецы рискуют перегнуть в этот день палку, поэтому на всякий случай гороскоп советует воздержаться от громких заявлений, начинающихся со слов «каждый должен», «да я бы никогда», ну и так далее, что-то в этом порядке.
Любовный гороскоп для близнецов. Близнецов в этот день будет сложно понять, причем не только окружающим, но и им самим. Их желания и чувства в этот день многообразны и порой противоречивы. То захочется светлой любви, то легкого флирта, то вообще побыть в одиночестве, чтобы никто не приставал. Впрочем, это может оказаться для них даже интересно. Не останавливаться на чем-то одном, а перебрать несколько вариантов. Одно только плохо. Переменчивые желания влекут за собой перепады настроения, так что окружающие близнецов представители противоположного пола смогут сполна почувствовать всю богатую палитру их эмоций. Остается им только посочувствовать. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Вполне вероятно, что этот день поставит близнецов в ситуацию, в которой им придется принять ту или иную сторону. Соблюсти нейтральную позицию не получится, и близнецам надо будет в авральном режиме просчитать все возможные выгоды и неудобства обеих позиций. Звезды советуют отнестись к рабочей ситуации без личных симпатий и руководствоваться при выборе только собственной выгодой. Позже близнецы поймут всю мудрость этого решения, а в этот день следует положиться на здравый смысл без излишних эмоций. Рак. Несовершенство этого мира может вызывать в этот день откровенное негодование рака, так что он даже готов пойти на него войной. Поэтому не удивляйтесь, если рак в этот день устроит скандал в ресторане или разнесет в пух и прах паспортный стол. Это его способ вернуть порядок в пошатнувшуюся, как ему кажется, гармонию мироздания. Как и любой воин добра, рак в этот день может ненароком снести 2-3 неповинные головы, а потому гороскоп советует все же умерить амплитуду качающегося меча, не заденьте в запале невинных людей. Любовный гороскоп для рака. Раку в этот день с самого утра может захотеться обидеться на весь мир и покапризничать, из-за чего день способен пойти наперекосяк. Вряд ли партнер рака проявит должное понимание, так что обиды могут множиться в геометрической прогрессии, превратившись к вечеру в один большой ком. Звезды гороскопа в этот день советуют раку не поддаваться настроению, не устраивать избраннику сцен с выяснением отношений и не принимать близко к сердцу огорчений. Поверьте, утро следующего дня позволит вам взглянуть на них с другой, гораздо более позитивной стороны. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день гороскоп советует раку побольше молчать и слушать, особенно если с ним разговаривает руководство. Если рак не согласен с мнением начальства, лучше промолчать, стиснув зубы. Вы сможете вернуться к разговору, тщательно подобрав аргументы, чуть позже. Если беседа пошла с коллегами, также не стоит решать вопросы, возникшие во время дискуссии, доказывая спиной у рта свою правоту. Дайте своей позиции вызреть, настоять. День ведь не располагает к мирному решению насущных проблем, да и вообще к адекватному общению, поэтому раку следует избегать конфликтов. Лев. Замечательно, если у льва есть возможность посвятить весь этот день семье. Это отличное время, чтобы стать еще ближе с дорогими вам людьми. Организуйте совместный отдых, ну или хотя бы поужинайте вместе без спешки и с продолжительным чаепитием, за которым каждый член семьи сможет рассказать о волнующих его событиях. Единственное, от чего гороскоп предостерегает, так это от излишнего морализаторства, в особенности в отношении к детям. В этот день лев склонен к скучным нравоучениям, что вряд ли приведет к конструктивному диалогу с младшим поколением. Любовный гороскоп для льва. Сама судьба в этот день обещает быть подсказчицей льву в любовных делах. Конечно, если он будет прислушиваться к ее советам и держать свое сердце открытым. Звезды советуют льву в этот день смело шагнуть навстречу новым знакомствам и встречам, доверять окружающим людям и не упустить свой шанс. Не игнорируйте в этот день предложения, поступающие от друзей. Совместный поход в любимое кафе в этот день может стать неожиданным стартом романтических отношений. Отдайтесь на волю случая и позвольте судьбе решить все самой. Гороскоп карьеры и финансов для льва. День располагает льва к дружескому общению и налаживанию личных связей. Гороскоп советует в этот день льву осмотреться в своем рабочем коллективе. А нет ли в нем тех, кто косо смотрит на него? Общение в этот день помогает перевести напряженные отношения, если не в дружбу, то хотя бы в нейтралитет. Можно также попытаться наладить диалог с проблемными клиентами. Рабочий день льва в этот день может незаметно пройти в беседах и чаепитиях, но это
не собьет рабочий ритм. Напротив, создаст в коллективе здоровую атмосферу, что очень важно для плодотворной работы. Дева. Звезды заставляют Деву трудиться, не покладая рук. В этот день ей предстоит перелопатить немало дел, что в общем ей с успехом удастся. Хотя весьма вероятно, что сама Дева сумела бы найти этому дню более интересное применение. Впрочем, помимо решения различного рода важных и скучных проблем, на Деву в этот день наложена еще одна миссия – вправлять мозги окружающим, наставляя их на путь истинный. Причем в этот день Дева способна делать это даже без лишних слов. Одним лишь только взглядом. Гороскоп наделяет ее суперспособностью, которая в народе называется «смотреть матом». Любовный гороскоп для Девы. Грандиозные планы Девы на любовном поприще могут даже ее саму испугать размахом и объемом. Чтобы не наломать дров, звезды гороскопа советуют ей немножечко притормозить и хорошенько обдумать план действий. Отбросив суету и спешку, а также лишние пункты с пометкой «срочно», получится достичь гораздо большего. И пусть Дева потратит на воплощение задуманного больше времени, чем рассчитывала ранее, зато сэкономит массу силы и энергии. Помните, что сам процесс достижения цели тоже должен приносить удовольствие, особенно если эта цель касается романтики и любви. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Дева будет склонна к упрямству и категорически откажется от любых компромиссов. Причем далеко не в каждом случае она будет права. Звезды советуют Деве не торопиться с ответами, тщательно выбирать их форму и тон. Настоять на своем можно по-разному. Не обязательно наживать себе врагов в коллективе. Вежливость – это лучшее оружие. Вот девиз Девы на этот день. Исправлять нанесенные обиды будет очень тяжело, поэтому конфликтную ситуацию следует гасить в самом ее начале, то бишь на корню. Весы. В этот день отличный момент разгрузить себя немножечко. Весам стоит предпринять решительную попытку сложить с себя часть обременяющих полномочий. Не пора ли вашему ребенку самому научиться заправлять постель? Мужу найти рядом с домом булочную, где продаются его любимые круассаны, а коллеге освоить навык ксерокопирования. В этот день гороскоп советует весам определить список ежедневных обязанностей, которые они выполняют за других, и вернуть их владельцам. Учитывая активизацию организационных способностей, в этот день у весов это обязательно получится, причем на отлично. Любовный гороскоп для весов. В этот день звезды гороскопа советуют весам обязательно выйти в свет и в той или иной степени приобщиться к культуре. Предложите любимому человеку разделить ваш порыв, составив компанию при посещении новой постановки в театре или выставке картин. Свободным весам также стоит провести этот день в созерцании прекрасного. Приобрести билет в музей, на концерт или на другое творческое мероприятие. Именно в этих местах звезды приготовили для них потрясающие возможности для знакомства. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день звезды категорически не советуют весам приниматься за новые дела, особенно если они важные и ответственные. Гороскоп указывает на очевидную рассеянность, вероятность того, что при закладке фундамента нового проекта будет упущено что-то крайне важное, очень велика. Чтобы не запороть все на корню, лучше перенести все важные начинания на следующий день. Ну а в этот день весы хорошо в подбивании хвостиков. Скорпион. Рыцарское настроение заставляет в этот день Скорпиона защищать слабых, спасать угнетенных и раздавать деньги нуждающимся. В этот день Скорпион крайне впечатлителен и не в меру сострадателен, чем могут воспользоваться недобросовестные люди. Гороскоп предлагает не верить каждой душещипательной истории, которую вам расскажут со слезами в голосе, чтобы не оказаться в ситуации битый небитого везет. В этот день Скорпиона могут попытаться втянуть в какой-то спор, заставить его принять одну из сторон. Постарайтесь держаться нейтралитетно. Любовный гороскоп для Скорпиона. Не расплескивайте свою активность без необходимости. Такой совет в этот день дают вам звезды, дорогие мои скорпионы, и именно в любви. Особенно если в последнее время вы слишком суетитесь и вкладываете необоснованно много энергии в отношения. В этот день надо, наконец, немножечко отстраниться от проблем, взглянув на них со стороны, причем с другой стороны. Дав себе эту небольшую передышку, вы либо найдете новый путь,
для достижения цели, либо наметите новую цель. Звезды гороскопа утверждают, в этот день Скорпиону полезно немножечко сменить угол зрения. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день Скорпион дружит с цифрами. Любая работа, касающаяся расчетов, будет проделана максимально быстро, четко и корректно. Благодаря открывшемуся таланту в этот день Скорпион получает возможность блеснуть даже в тех областях, которые не имеют отношения к его части работы. Логика и творческий подход подарят внимание коллег и одобрение начальства, а это уже может обернуться премией или же назначением на более высокую должность. Так что ловите момент, дорогие скорпионы. Стрелец. В этот день Стрельцу отлично удается всех организовать. Как себя, так и других. Потенциал этого дня полезно направить на решение несущественных и существенных проблем и распрощаться с парой-тройкой незавершенных дел, до которых долгое время не доходили ваши руки. Гороскоп даже предлагает Стрельцу пожертвовать ради этой благородной цели отдыхом и досугом. Потратьте в этот день чуть больше времени на заботы и хлопоты, ваши усилия принесут отличные плоды. Ну а наградой Стрельцу станет чувство успешно выполненной задачи. Любовный гороскоп для Стрельца. В этот день Стрельца так и будет подмывать внести в любовные дела эффект неожиданности, экспериментов и новизны. Гороскоп советует не сдерживать эти порывы. Это может оказаться интересным опытом, который в итоге приведет к обновлению и переходу отношений на новейший уровень. Хотя тут стоит немножечко осторожнее быть. Возможно, вашему любимому человеку в этот день захочется совсем другого, и вместо смелых экспериментов он предпочел бы получить от вас немножечко самой обыкновенной нежности и романтики. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. На работе Стрелец в этот день просто терминатор, остановить его практически невозможно, а простые человеческие потребности ему чужды. Нам хлеба не надо. Дайте работать, вкалывать давайте. В этот день Стрелец способен совершить рабочий подвиг. Продвигаясь к цели, он будет пользоваться всеми средствами и, возможно, даже пойдет по головам. Да не потому, что ему на всех плевать. Просто он ничего вокруг себя в этот день не видит. Гороскоп советует Стрельцу иногда смотреть по сторонам, чтобы ненароком не обидеть кого-нибудь в запале. Козерог. Действуя спокойно и без лишних слов, Козерог в этот день может достичь всего, чего захочет. В этот день любая задача ему по плечу, если в ее решении он положится исключительно на свои силы. Не тратьте энергию, убеждая кого-то вам помочь, и не надейтесь на содействие. Получить желаемое в этот день Козерог может лишь от своих подчиненных или членов семьи, и то только если сумеет их правильно организовать. К ним гороскоп советует Козерогу проявить настойчивость и немножечко требовательности. Любовный гороскоп для Козерога. Этот день обещает Козерогу запомниться надолго своей неповторимой атмосферой. Не исключено, что любимый человек захочет порадовать его приятным подарком, сюрпризом или даже устроить необыкновенное свидание, которое позволит вам лучше узнать друг дружку. Если же сам Козерог давно не решался признаться в своем чувстве, то в этот день отличный момент, чтобы сделать это. Звезды гороскопа подсказывают, для того, чтобы выразить любовь, не нужны тысячи слов. Иногда достаточно одного красноречивого взгляда, нежного прикосновения или красивого, не обязательно дорогого, но красивого букета цветов. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Этот день склоняет Козерога к рискованным финансовым операциям, подсовывая ему ситуации, в которых можно очень быстро поживиться или же не менее быстро лишиться денег. Звезды советуют Козерогу сопротивляться первым порывам и действовать очень осмотрительно. Даже если из-за промедления Козерог действительно может упустить какую-то выгоду, стоит утешить себя тем, что из-за своей осторожности он точно не влипнет в этот день в неприятную историю. Уж лучше остаться при своем, чем лишиться вообще всего. Водолей. Есть большие шансы, что в этот день кому-то из друзей Водолея понадобится его поддержка и сочувствие. Гороскоп предлагает Водолею внимательно отнестись к признакам необычного поведения близких. Возможно, за ними скрывается подавленное эмоциональное состояние или большая радость. В обоих случаях неплохо было бы выяснить их причину. Водолею в этот день отлично удается душевное общение, даже если оно происходит не лично, а по телефону или в мессенджере. В этот день он может расшифровать чью-то сердечную тайну.
Любовный гороскоп для Водолея. Это тот день, когда Водолей может столкнуться с какой-то тревожной новостью, заподозрить наличие соперника, узнать неожиданную информацию о любимом человеке, ну и способов разрешить ситуацию несколько. Можно, не откладывая в долгий ящик, попробовать все выяснить по горячим следам, а можно подождать дальнейшего развития событий. Впрочем, звезды гороскопа предупреждают. Вполне может оказаться, что Водолей все придумал сам, день склоняет к преувеличению и искажению информации. Так что совет дня будет следующим. Любую непонятную информацию отложите в сторону и вернитесь к ней, ну хотя бы на следующий день, а лучше через неделю. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день в работе звезды стопроцентно на стороне Водолеев, и весь его потенциал раскроется в этот день. Полностью. Мозг Водолея работает как компьютер, быстро и четко, поэтому со стороны будет казаться, что он совершает абсолютно невозможные вещи. Подобные трудовые подвиги будут замечены начальством, и именно на этом этапе Водолея может ждать подвох, так как руководитель готов сделать вывод, что так теперь он будет работать всегда. Гороскоп советует в этот день скрыть от посторонних глаз рабочий процесс и выдать на рассмотрение уже готовые результаты. Рыбы. Что-то или кто-то способно в этот день глубоко взволновать рыб. Возможно, речь идет о любовных переживаниях, или же едкое словцо коллеги, укор руководителя заставят их переживать. Гороскоп предостерегает рыб принимать все слишком близко к сердцу. Маловероятно, что причина вашего волнения в этот день того стоит. В этот день есть риск слишком требовательного отношения к себе и другим. Рыбам стоит быть мягче к окружающим, в особенности своим домашним, и обязательно побаловать чем-нибудь себя, ну и любимых, разумеется, тоже. Любовный гороскоп для рыб. Этот день располагает к душевным и искренним разговорам, и звезды гороскопа советуют рыбам этим воспользоваться, чтобы откровенно побеседовать со своим любимым человеком. Возможно, в каких-то вопросах между вами повис туман недосказанности, который тяготит обоих, как вы считаете? В этот день, поговорив и обсудив все накопившиеся проблемы, поделившись своими сокровенными мыслями, рыбы смогут решить все проблемы в отношениях, чтобы двигаться дальше, как говорится, и вперед. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день рыбы будут себя очень некомфортно чувствовать при общении с начальством. Все дело в излишней мнительности, которой их в этот день наградили звезды, из-за которой рыбам все время будет казаться, что их оценивают и изучают. Ну и конечно же, а с мнительностью по-другому и не бывает, что эта оценка очень нелестна. Гороскоп уверяет, никто не планирует понизить или уволить рыб, поэтому стоит выпить чашечку ароматного чая и успокоиться, и смело смотреть вперед. Вот, кажется, и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.